В среду выяснилось, что COVID подхватил еще 2871 человек. В числе заболевших 165 медработников. В Минздраве уточнили, что специалисты обработали более 13 тысяч тестов. В больницах лечение проходят 3030 пациентов. Из них 228 находятся в критическом состоянии, 37 интубированы. Сообщается о 29 смертях, лишь одна из них зарегистрирована накануне. Остальные относятся к предыдущим периодам. С начала эпидемии в Молдове скончались 10 866 человек.